Выглядит Солис абсолютно спокойным. Даже отрешенным, можно сказать. Что, хватит ли сил у Романчука? Сначала надо отыграться. Два удара мы сейчас проигрываем. Нужно отыграться. Солис может сейчас начать бегать от нашего боксера и сохранять свое вот это преимущество. Бегать кубинцы умеют все. Они не всегда хорошо умеют бить, а вот бегать умеют. Время идет. 20 секунд прошло. 21-19 по-прежнему. Адуаньер Солис впереди. В бою за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории. Нужно Романчуку выдернуть на себя кубинца. Как-то выдернуть его, вскрыть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не получается. Не получается. 5-4 очка. И Солис начал ходить. Он понимает, что он ведет 4 очка. Из угла ему, естественно, подсказывают уже 5. Осталась минута. Роману надо добавить. Вот ради этой минуты нужно добавить. Ради этой минуты он здесь. К сожалению, опускает руки, идет с опущенными руками вперед и получает. Да, можно говорить о том, что Адуаньер Солис не настоящий тяжеловес, но бой, будем честными, кубинец проводит прекрасно. Он складывался для него неудачно, и Солис сумел его переломить. Может ли сделать это Рома Романчук? 30 секунд и 6 очков. Очень мало времени. Очень мало времени. И кубинец бегает, бегает. Он не хочет уже боксировать. Вот перевел бой в драку Романчук, но мало времени. Сейчас Солис будет держать его руки. Давай подерись, кричат из угла наши тренеры, но, к сожалению, не получилось. Не получилось. Адуаньер Солис оказался сильнее. 29-22 счет. Настоящих ударов было, конечно, меньше. Все. Адуаньер Солис становится чемпионом мира. К сожалению, сборная России уступает Кубе по количеству золотых медалей. Но наша задача выполнена. 3 золотые медали планировал Александр Лебзяк. Считал это хорошим результатом для нашей сборной. 3 золотые медали у нас есть. Что поделать? Адуаньер Солис становится всего лишь вторым в истории боксером, который выигрывает чемпионат мира в двух тяжелых весовых категориях. И первый боксер, который это сделал, он здесь. Теофило Стивенсон, легендарный. Сейчас он обнимет наверняка Солиса. Ну, к рингу не пойдет, я думаю. А за пределами ринга где-нибудь вот здесь, может быть, даже в районе комментаторских кабин, конечно, поприветствует своего.